Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Курчатова 1, здесь Ашан находится. Сейчас хочу зайти, мне кое-что купить надо, и сниму за одним обзор на сегодня. Арбузы по 24,90. Казахстан. Яблоки килограмм 85,99 в пакете. 129 гала яблока. Дыня 54 рубля килограмм. Картошка 39 рублей уже свежая. Кстати, неплохая, совершенно хорошая картошечка. Капуста 40 рублей. Морковка 66 рублей. Груша 209, 149 груша. Абрикос 179. Так, дальше у нас что идет тут? Грейпфрут. Ого, 189. 169 мандарин. 109 лимоны. Огурцы 69. Вот такие. И по 49. Коротенькие. Лук репка 24 рубля килограмм. Красный лук 99. Помидор сливовидно 109 рублей килограмм. Этот томат 78 рублей. Перец открытого грунта 99. Баклажан 149. А такой перец 319. Бананы 59 рублей килограмм. Шампиньоны всегда здесь 139, фасованные по полкило. Банки какие хотите для засолки. Смотрю, сковородка по карте кэшбэк 50%, 1594 рубля. Баллы на карту 797. Так, кастрюля 2770, на карту 1389 будет. Тут сейчас эти кэшбэки, карточка ашановская. Это кастрюля 5 литров, это 3 литра, 2240. Вот 1068 кастрюля. Внизу 409 рублей, 5 литров, алюминиевая. Кувшин и 4 стаканчика, 124 рубля, пластик. Доски, тут разные вот здесь есть. Контейнера 99, 79. Это ковш 2,299. На карту будет 1,1149 рублей. 50% кэшбэк написано. В общем, получается полцены на карту. Можно потом этими деньгами воспользоваться. Ну, как всегда, здесь все к школе есть. Я туда не пойду, конечно. И рюкзаки, и тетради, и все, что хотите, пеналы. Здесь вот отдел, смотрю, всякие носки, тапочки 199 рублей, было 249, все равно дорого. Чайник 690, почти 2 литра, металлический, 799 рублей чайник. Миксер 499, самый дешевый, 700-600 рублей. Измельчитель 1199. Вот по 899 измельчитель. Мясорубка 3,990. 20% скидка написано. Мясорубка 2,699. Шашлычница 2,299. Мультиварка 3600, 3300, 4200. Блендер 999.
я как понимаю, погружной. Весы кухонные 599, напольные 1200 весы. Вот миксер 699, соковыжималка 799. Весы 990 до 180 килограмм. Сыр сливочный 499 рублей, был 635. Чашка с блюдцем 149 рублей, было 347. 57% скидка вон. Такой наборчик. Бутылка для масла 122 рубля, стеклянная. Подставка для яиц 73 рубля. $86 рублей креманка, 69 креманка. И есть вообще по 39 вот. Солонки 89-74. 299 пресс для картофеля написано. Крем-гель для душа Nivea 108 рублей. Абрикос, карамболь какой-то, абрикос. Крем для кожи Nivea 149. Тут полностью все Nivea, я смотрю. Мусс для лица 199. Шампунь особый Агафья 350 миллилитров против выпадения волос 79,90. Против ломкости 79 рублей. Гречка 58, 109, 75. Шоколад по 39,90 в ассортименте. А Милка по 69. Мини-круассаны 89 рублей с разными начинками. Готовый завтрак 169,90, 700 грамм. Шашлык 320 рублей. Баллы 16 рублей на карту. Шашлык 298 рублей. Тут уже без скидки. Шашлык классический 297 рублей. На карту 14 баллов будет занесено при покупке. Этот шашлык 329 и 346. Свинина мякоть корейки 289 рублей. 299 окорок. Мякоть свинины. Тазобедренная часть 399 рублей. Фарш из говядины написано. Мясоделов 217 рублей получается. Полкило. Фарш говяжий 181 рубль 400 грамм. Здесь всегда халву беру. Килограмм 139 рублей. Вот. Всю ее разбирают. Фасованная халва всегда очень свежая. Вот так фасуют куском. Разная цена. Аленка 49 рублей. Шоколад. Вот шоколад 49 рублей. Alpengold. Вафельный торт 165, красный октябрь. Мишка косолапый. 115 рублей. Баллы на карту еще положат, покладут. 126 рублей белочка, 63 рубля на карту, кэшбэк, шоколадный принц 141 рубль, 70 рублей на карту будет, 188 шоколадница, 132 рубля на карту, с ума сойти. А здесь на карту 179, а 255 торт стоит. Так что можно выгадать, потом найти баллы, какой-нибудь товар купить, оплатить. 1 балл, 1 рубль. Балтийский 177 рублей, без скидки.
Ольги. Аленка 111,99. 78 на карту. Ну, по 40 рублей вот ореховый тортик. Котлеты готовые по-киевски 500 грамм, 119,90. Вообще они 150 рублей стоят. 145 котлеты сочные, 150 рублей. Они все по полкило. Куры 176, 163. Что-то дорого. Курицы стали. Шеи 94 рубля. Печенка полкило 85. Печень подорожала. Я брала ее по 70 с копейками, по-моему, последний раз. Шиповой набор 72 рубля. Творог 39,90. Пачка. 42% скидка, 2% жирности. А вообще 60-66 рублей маленькая. Упаковка 200 грамм. 119 рублей полкило творог. 5%. 9% 119. Молоко ирменское 57,99, 3,2 жирности. $63 рубля цельное молоко, по 69 рублей, 54 отборное. Кефир 55 рублей, 56. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.